Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам еще об одной супер-диете, которую лично я называю нежность. Она помогает похудеть за 5-7 дней примерно на 5 килограммов. Это действительно так, потому что она белково-овощная. Нам потребуется 400-500 граммов куриного фарша из куриного филе без кожи и жира. Примерно чайная ложка вашей любимой приправы для мяса или для курицы из смеси трав. Немного моркови, буквально 30-40 грамм натертых на мелкой терке и 30-40 граммов натертых на крупной терке. Это для супа, это для фарша. Зелень также делим на две части, одну в фарш, одну в суп. И моя любимая брокколи. Брокколи я люблю разбирать на вот такие небольшие соцветия. Ножки тоже берем, потому что они очень вкусные и тоже очень диетические. И опять же приправа тоже идет и в суп. Теперь что мы делаем? Мы берем, перемешиваем наш фарш с морковью мелкой, с приправой и с зеленью. Также можно сюда добавить немножечко соевого соуса для вкуса. Получился вот такой яркий, красивый фарш. Он очень приятно пахнет приправами и зеленью. А теперь формируем из него небольшие фрикадельки. У нас получаются вот такие яркие фрикадельки. И теперь что мы делаем? Мы наливаем в кастрюлю 2-2,5 литра воды. Сразу туда добавляем немного моркови, которая натерта на крупной терке. И когда эта вода закипает, мы кидаем туда наши фрикадельки. А затем, когда эти фрикадельки почти сварятся, мы будем добавлять нашу брокколи. Вот уже довариваются наши фрикадельки. Сейчас я буду бросать брокколи, а в конце зелень. Брокколи я люблю, чтобы оно не было переваренным. Если вам нужно, вы варите дольше. Я варю немного, потому что я люблю, чтобы они чуть-чуть хрустели. И вот наш суп скоро будет готов. Брокколи уже начинают кипеть. Долго я их варить не буду. Также, смотрите, в сам суп можно добавлять немного соевого соуса для вкуса, а также можно добавить овсяные отруби. Я, например, очень люблю в любой суп добавлять примерно чайную ложечку овсяных отрубей. Это, во-первых, придает сытость, также придает пользу большому организму и вообще нашему блюду, поэтому я везде сыплю отруби, но только если они вам не противопоказаны. Итак, вот он какой красивый и вкусный и сытный супчик у нас получился. Почему он помогает похудеть? Сейчас я вам объясню. Это белково-овощная диета. В основном здесь много белков и мало углеводов. Если наш организм не получает в пище углеводов или получает их очень мало, то он начинает сжигать свои собственные жировые запасы. Это давно доказано. Затем, куриное филе имеет очень низкую калорийность. И, соответственно, очень сильно отбивает аппетит. Его много не съешь. Брокколи – это прекрасный продукт для похудения. Тоже низкокалорийный, содержит клетчатку, хорошо насыщает. Мы получаем полный кладезь витаминов, микроэлементов, белки и очень мало углеводов. И начинаем худеть. Проверено все это на себе, потому что я очень много худела на своих диетах. Также смотрите ссылки в описании, прикрепленный комментарий. У меня на канале очень много различных диет, много различных диетических рецептов. И все они в основном проповедуют белково-овощное питание, потому что это самое эффективное питание на данный момент. Эти 2-2,5 литра супа мы варим на день и едим его за 3-4 приема, то есть 3-4 раза. Поверьте, многие даже не могут его съесть. Но если мы сидим на диете, то мы ничего больше не едим, только вот этот суп. Можно пить чистую воду, зеленый чай без сахара. В крайнем случае простой чай, кофе нежелательный. Главное, без сахара, без углеводов. Поверьте, вы получите результат. У всех результат разный, у некоторых даже больше, чем я говорю, потому что я проверяла на себе и своих приятельницах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, пишите обязательно в комментариях, я всем отвечаю, задавайте свои вопросы. С вами был YouTube-канал Тутси. И также смотрите, у меня есть второй канал «Математика бесплатно» для школы. Там я решаю, объясняю различные математические задачи для детей, а для своих подписчиков даже решаю их бесплатно и выкладываю на свой канал. До свидания, удачи всем и желаю вам всем быть стройными и красивыми.